с хорошей новостью и с не очень для меня, во всяком случае. Дело в том, что ровно через час отходит мой поезд. И поэтому надо что-то успеть еще как-то собраться и все. Но еще лучшая новость для вас и для меня, естественно, это то, что я рада представить заключительную, не побоюсь этого слова, звезду сегодняшнего вечера. И я уверяю, что вы разделите со мной это мнение, если... Я больше сюда не выйду сегодня. Может быть, в следующий раз. Но обещайте мне, и сейчас сразу уже аплодируйте, потому что это мой большой дружище, талант. Это удивительный человек. Просто сумасшедший мой, вот, ну, я не знаю, я рада Богу, что он дал мне встречи с ним в 1992 году. Мы так сейчас думали, когда мы так, как долго мы знакомы. Ефрем Амирамов! Ваши аплодисменты! Ефрем Амирамов! Спасибо! Мы увидимся скоро! Синюю стриж для вас! Ваши аплодисменты также! Добрый вечер всем. Здравствуйте, уважаемые жители Санкт-Петербурга. С удовольствием дарю вам свои песни. Начну, пожалуй, с такого фрагмента настроения. Над миром, чем питается цветок, ты человек неслыханно высок. Когда поймешь, что сок цветка вселенной ты, возможно, истиной коснешься высоты. Успев согреться, и так просто и быстро нашло все осколки сердца, и разбитые части его вдруг соединило. И мне кажется, так вот оно в жизни не любило. Как сок земли наполняет ростки, что цветок раскрывал лепестки, тем же чувством ласкает меня праздник жизни вечной. И пока солнце играет росой, и вино еще живо лозой, все цветы настоящего дня для тебя, конечно. Посмотри на меня, добрый мир, я ж твоя частица. И пока не закончены дни, есть одна страница. От кого же зависит теперь, как ее допишут? И какими холст жизни моей красками задышит? Но сок земли наполняет ростки, чтоб цветок раскрывал лепестки, тем же чувством ласкает меня праздник жизни вечной. И пока солнце играет росой, и вино еще живо лозой, все цветы настоящего дня для тебя, конечно. И пока солнце играет росой, и вино еще живо лозой, все цветы настоящего дня для тебя, конечно. Жизни вечной, и пока солнце играет росой,
и вино еще живо лозой. Все цветы настоящего дня для тебя, конечно. Все цветы настоящего дня для тебя, конечно. Спасибо. И опять же для настроения такой легкий фрагмент моего же настроения. Это просто такой... А, поехали! А я хожу, прошу, гуляю, свободой чувства разбавляю. Не знаю завтрашние страсти, сейчас любви хочу и счастья. А что мы, люди, братья, сестры, совсем забыли мир наш пестрый? Давай добавим краски наши, а вдруг еще он станет краше, где каждый встреченный красивый. Красив всегда тот, кто счастливый. А если все вокруг красиво, зачем наркотики и пиво? Хожу, хожу, гуляю. Хожу, гуляю. Когда нет стресса, хочу одной любви. И что не сделаю, пусть малость, но что всегда все в свет и в радость. А я хожу, брожу, гуляю, свободой чувства разбавляю. Не знаю завтрашние страсти, сейчас любви хочу и счастья. Вы не знаю завтрашние страсти, сейчас любви хочу и счастья. Не знаю завтрашние страсти, сейчас любви хочу и счастья. Спасибо. Представь, любовь, что в камень просочилась. Давно брожу по миру, как чумной, но чтоб теперь со мной не случилось, мне все равно. Виктория со мной. Я гневную о судьбе, лучшее храня в себе, и признание у тебя досаждаю. Привыкая к боли ран, я прощу тебя обман. Ты ж как в песне у тебя молодая. Эх, молодая. Объяснить не объяснишь, и живешь как будто спишь. А бессонницу грешишь почему-то. А с тобою рядом кто? И ты на
надеешься на что? Ведь в этой жизни все не то, даже чудо. Даже чудо. Только мне всех вас учить, как необходимо жить. С кем не спать, а с кем дружить, все гадая. Что такое слово честь? А где-то чушь, а где-то лесть. Она права, какая есть, ну, молодая. Эх, молодая. Просим, такая очаровательная женщина к такому очаровательному мужчине. Ефрем, милости просим буквально на секунду вас оторваться от этого приятного процесса. Екатерина Шариф появилась на этой сцене. Подарки, собственно говоря, от музея шансона, от DSP Music Production и от Владимира Окунева. Молодец. Куда же без поцелуя? Благодарю за оказанное уважение. Благодарим вас, Ефрем, за то, что нашли время и приехали на наше мероприятие. Ну что, дорогие друзья, вам понравилось? Спасибо огромное вам за теплые слова. И на эту сцену приглашается виновник нашего сегодняшнего торжества Владимир Степанович Окунев, дабы услышать последние приветственные слова вам и, собственно говоря, конечно же, музею шансона. Спасибо всем, дорогие друзья.
хорошего всегда, когда это заканчивается, и должно быть много. Поэтому до следующей встречи, в следующем году. Это наш ежегодный фестиваль. Ну и от своего лица, и я думаю, от вашего тоже, поблагодарим ведущего нашего Николая Орловского за весь вечер. Он уже сюда стоял. Коля, тебе наш скромный сувенир. Спасибо всем, до новых встреч на сайте музея Шансона. Спасибо. Дорогие друзья, до новых встреч. Шансон жив, и мы это сегодня доказали. Всем удачи, всем пока. Счастливо.